Массаж издревле считался эффективным методом профилактики лечения различных заболеваний. Сам термин означает нежно подавливать, трогать или водить рукой. Сегодня под массажем подразумевается научный способ лечения заболеваний при помощи комплекса ручных приемов. В этом сюжете речь пойдет о мягких мануальных техниках. Самый сильный прием – это, конечно, расслабляющий массаж. Этим пользуются спа различные технологии. Вот. Остеопатия, конечно, это не спа, это не спа-процедуры. Вот. Но здесь эффект такой же. Мягкое воздействие побуждает силы внутренние самого пациента. Сегодня во всем мире мягкие мануальные техники активно развиваются, потому что эффективны и практически не имеют противопоказаний. Здесь первый основной закон – не навреди. В массаже важен сам принцип мягкого ненавязчивого воздействия. Развитие мягких мануальных техник идет в том направлении, чтобы, возможно, большее количество пациентов, клиентов можно было применить. Сейчас эти мягкие мануальные техники находятся в развитии и в спа-индустрии. Мы сейчас можем работать с психосоматикой. Да, всем не подходит. Если у человека имеется шрам, если у человека имеется жесточайший капсулит, если у человека имеется жесточайшее повреждение связочного аппарата. Суть мягких мануальных техник – привлечение внутренних сил организма для самооздоровления. Массаж больше похож на легкие усыпляющие дотрагивания, что приводит к снятию напряжения и расслаблению. Вот эти мягкие мануальные техники, они тем и отличаются, что мы работаем со всем организмом, а не с каким-то локальным больным местом. Чаще всего количество сеансов в мягких мануальных методиках намного меньше, чем обычных массажных, либо даже мануальных методиках. Обычно 2-3 сеанса идет. При этом эти сеансы выполняются не каждый день, они выполняются где-то раз в неделю, раз в две недели. Детей я провожу сеансы где-то раз в месяц, раз в два месяца. Массажист запускает процесс, и дальше человек сам лечится. Хронические заболевания и обострения требуют большего количества сеансов массажа. Особую роль в здоровье человека играет психосоматика. В этом единогласны все ведущие специалисты из области медицины. Поэтому самый первый и важный совет, несмотря ни на какие обстоятельства, избегать депрессии и учиться радоваться жизни.